Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео представлен для вас рецепт салата щетка, который способствует нормализации пищеварения и очищения желудка от трудноперевариваемых частиц пищи. Для его приготовления понадобятся корнеплоды, такие как морковь, свекла, репа и белая редька. Также понадобятся зубчик чеснока, любая зелень и 3 столовые ложки растительного масла холодного отжима. Все корнеплоды необходимо нарезать соломкой или натереть на терке со стороны крупной решетки. Чеснок раздавить плоской стороной ножа и измельчить. Можно воспользоваться также чеснокодавкой или теркой с мелкой решеткой. Все нарезанные овощи соединить, посолить по вкусу и помять руками до мягкости и выделения сока. Зелень крупно нарезать и добавить к овощам. Полить овощи растительным маслом холодного отжима и перемешать. Полезный салат для вашего желудка готов. Поддержите меня своими лайками, подписывайтесь, делитесь с друзьями и пишите комментарии. Берегите себя и будьте здоровы. Пока!